Добрый вечер, дорогие друзья. Winter Major Rankings. Первая стадия, групповой этап. Сталкиваются две команды No Name против Underdogs. А данное противостояние будут для вас комментировать я, Genion, моя напарница Princess D. А за картинку отвечает Sad Smile. Привет, Диана. Привет. На самом деле, я очень рада началу первого ранкинг турнира Major Winter 2022. Это первый матч между командами No Name и Underdogs. Очень, на самом деле, интересная группа. В группе 4 команды, один MP-слот, но при этом 3 команды. Потенциально претенденты на выход — это Underdogs и No Name, которые мы смотрим сегодня. И третья команда — это известная по предыдущим мажорам Гидра. Поэтому очень интересное противостояние в группе будет. И каждое очко на счету. Так что надеюсь на то, что команды уже с первого матча покажут свою полную силу. А ты что думаешь об этом матче? От себя ожидаю равного боя, потому как обе команды имеют в своем составе талантливых игроков, которые выступали уже раньше, и это далеко не новички. Вот мы видим сейчас несколько ребят в гладиаторах, и вот падает второй овердрайв. Сейчас его будет контролировать красный коллектив. Ван не смог его забрать и будет забирать Софас. Тем временем туз на овердрайве будет пытаться увозить под правую сторону. Здесь некому помешать, но в его сторону едет Софас со своим овердрайвом. Год должен помогать в этом моменте. И возврата в этом моменте не будет. Ну, а встречной атаке Асап увозит лаг. Это размен. Начинается. Да, бодрое начало. Команды показывают подготовочку. И, в принципе... Интересно наблюдать, как сейчас они покажут свои умения в разменах. Мне интересно отметить, что сетап у команд немножко разный. Команда Underdogs играет с Ареса Шафтом и Crusader Агромом, тогда как команда No Name играет с Ареса Агромом и Crusader Шафтом. Спасает Ермола свой флаг, успевая прожать овердрайв Crusader'а. Да, промазал он в этом моменте. Ван будет пушить под калибра, но у него есть шарик. В принципе, доигрывают они этот момент, и Underdog будет подбирать данный флаг. Но есть Ярмола на шафте, сейчас он будет напрягать Underdog'а. Есть Софа сзади, и, скорее всего, в этом моменте возврата не будет. Обе команды используют паладина Теслы. Вот, в принципе, уже устоялась мета, и меняют в сетапах, ну, как я понял, только Аресы и Крусейдеры пушками. Я думаю, что это просто выбор команд. Наверное, потенциально сетапы могли бы быть еще какие-нибудь. Но команды играют на тех сетапах, которые мы частенько видели в предыдущем мажоре. Собственно, мета игры, баланс игры не особо изменился за эти 2-3 недели с момента последнего матча мажора. Собственно, овердрайвы не менялись с момента начала мажора. Толком там, может быть... Ну, менялся урон пушек, а овердрайвы не менялись. Чуть-чуть там подкорректировались. Поэтому, собственно, поэтому мета особо и не изменилась. Все играют на том, на чем играли команды в предыдущем турнире. Да. Ну, а тем временем No Name открыли счет в свою пользу. И есть овердрайв у Вана. Скорее всего, сейчас будет очередная атака. Но вот как ты сказала, вот Аван сейчас в данный момент прожимает овердрайв, калибр будет пытаться его убивать, не дает он полную сводку, из-за этого Сквизи будет вывозить на центр, Underdog должен в этом моменте встречать, но он смотрит в абсолютно другую сторону, есть проблемы с конференцией у команды Underdog'ов, и Сквизи вывозит на аптечку через ковры и будет ставить второй флаг для своей команды. Как-то слишком легко кажется эта игра для команды No Name'ов. Очень уверенно они смотрятся, несмотря на много достаточно опытных игроков у команды Underdog'ов. Они как-то с трудом оттягивают флаги и проиграли размен. И в данном моменте я с тобой полностью согласен, пока No Name выглядят поуверенней. Хотя... Я думал, Иран будет куда поконкурентнее, как минимум, потому что коллектив Underdog
основан, в принципе, на основных игроках коллектива Team Sincerity с прошлого сезона, а именно карта Иран была most pick у этой команды. И вот Фрэнсис будет пытаться вывозить к центру, но Underdog выдает ненужную сосульку, в принципе, их здесь остановили, и не будет никакого успеха в этой атаке. Ну, в принципе, я вот с тобой согласен по поводу твоего высказывания по этой группе. Вообще, из всех групп я назову группой смерти именно вот эту. Потому как я считаю, именно эти три команды, которые находятся в этой группе, ну, как минимум точно достойны быть в швейцарском этапе. Ну, всего лишь пройдут две. Да, в швейцарском этапе достойно быть, потому что все три команды обладают игроками, которые были, участвовали, по крайней мере, в предыдущих или отборах РМР, турнирах, или многие из них были даже на мажоре. Поэтому вот игроки, например, команда ноунеймов, кто-то попадал в топ-8, кто-то был там в топ-16. Так, Джонас из ноунеймов был в топ-8. Тот же там год в топ-16 был с Ермолой. Поэтому на самом деле все три, наверное, команды хотят быть в топ-32, то есть в швейцарской системе. И заработать хоть какие-то РМР-очки для попадания на будущий мажор. И Туз будет прожимать овердрайв на респаунах своего противника. Сейчас он должен убивать Underdog и вывозить в какую-то сторону, потому как Фрэнсис уже едет, выдается неплохой шар от Гота и добьют. Но, скорее всего, здесь невозможен возврат и должны ставить. Underdog выбирает какую-то непонятную для меня траекторию. Сквизи промахивает своим овердрайвом, калибр откидывает хорошая шар. От Ермолы. Успевает. Может быть, еще чуть-чуть. А, нет, немножко не хватает урона. Я вот думаю, что Готу все-таки немножко не хватило точности шарика. А он давал, пытался давать со своей базы, справа своей базы, на аптечку команды андердогов, но попал в домик. Не знаю, был ли там прострельчик шарика, наверное, был на аптечку. И чтобы шарик в итоге не в дом врезался, а долетел до самого конца. И тогда, скорее всего, был бы возврат. Потому что Ермоле не пришлось бы сводиться, он бы еще имел сводку и свелся в того, кто подхватывал флаг, но Готу не удалось сделать максимум из этой ситуации. А потом Сквизи еще прожал овер неудачно, и в итоге 2-1, и увозит еще один флаг уже Андердоги, но в итоге Туз возвращает. Так что в итоге Андердоги пытаются бороться до конца, и все еще не решено. Не решен результат этого матча. Да, 1-2. Здесь еще все камбэчится. 3 минуты 20 секунд до конца. Калибр должен... Вот не добивает Ермолу. Почему они не доводятся? Вот это уже второй раз ошибка от шафтовода коллектива Underdog. И в этом моменте Туз должен заходить на базу. Но, к сожалению, не сможет вывести. Но здесь есть One. Он должен добивать калибра. Прожимает овердрайв. Будет вывозить в сторону центра. Должен добивать Асапа на своем овердрайве. Софос, скорее всего, никак ему не сможет помешать. Туз встречает, Фрэнсис пытается резать. Кривая сосуля летит от Андердога. Но Туз проспал Фрэнсиса, который заезжал по левому флангу. И, в принципе, они возвращают этот флаг. Я бы не сказала, что сосуля была прям плохая. Он попал в итоге в стенку. И за счет этой стенки смог заморозить флагоносца, притормозить его, нанести ему урон. И отчасти за счет этого Фрэнсис смог вернуть. Ну, наверное, и Туз тоже не сориентировался, и до его вины в этом есть. Согласен с тобой. Все же сосуля принесла свои плоды, и вот Ван очередную атаку делает. Ну, в принципе, я могу пока сказать, ноунеймы давят своих противников чуть поболее, нежели их противники. Зажимают на респаунах, в некоторых моментах отыгрывают, ну, намного сильнее, нежели их противники. Ну, а пока сейчас коллектив... как коллектив андердоги будет обратно переходить в атаку. Ну, в принципе, они как-то не скоординированно это делают. А с обратной стороны карты Сквизи просто стягивает двух противников на себя. Сейчас ноунеймам просто нужно отыграть от своих же овердрайвов. У них есть овердрайв у Ермолы, который должен его подсейфить. Появился уже овердрайв у Сквизи. Надо у Года есть овердрайв. Надо сориентироваться вовремя и не дать просто увести флаг. Под контроль Год свой шарик бросает. О, так это отличный шарик от Калибри. И
но в итоге Ермола сейвит флаг. Потому что кот пытался отправить шарик на контроль овера, но в итоге шарик врезался в домик, а законтролировать овера они так и не смогли, потому что Калибри лучше подобрал тайминг для своего овердрайва шарика Ареса и позволила Софусу забрать этот овердрайв. Ну, на самом деле перевернули этот момент в свою пользу. Там и Туз потерял свой овердрайв, попытался нажать, и Софос должен здесь вывозить. Помогает ему Фрэнсис, убивает Вана, Софос будет вести, некому встретить. Сквизи с овердрайвом будет пытаться заходить на вражескую базу, ему нужно вырубать шафта, но он не дотягивается до него, и Калибр не промазывает и убивает своего противника, и, скорее всего, здесь будет сравнение счета в 2-2. Переходят пока в атаку в данный момент... ноунеймы, One давит и будет возвращать. А Туз в это время будет вывозить направо, но Софос возвращает. Там мы не заметили сразу, Ермола да хороший килл со своей базы, убил флагоносца и выиграл время для возврата своей команде. Так что, а в то же самое время Фрэнсис прожал овер не на то, чтобы довести флаг до своего конца, а на то, чтобы респить одного игрока. Ну, он там прожимал сначала справа, ну, не пошел провожать. И в итоге 1-2 в пользу команды ноунеймов. Будем ждать второй раунд. Как тебе вообще новый турнир у нас начался? Какие у тебя ожидания от него? Я ожидал, что топовые коллективы будут брать паузу, и это будет хорошее окно для новичков, но... Когда я увидел, какие команды зарегистрировались на него, я понял, что новичков шансов на импульс не так уж и много, потому как на этом турнире есть и Team Pointers, и те же Токсики, и Red Notice. В принципе, на этом турнире мы не увидели из топ-4 только Diamonds. А все остальные команды как-то поразбегались и поформировались так и из более опытных игроков. И я думаю, что этот турнир должен... быть ярче, нежели прошлый, просто потому как ребята уже, в принципе, привыкли полностью к формату, полгода у них было на это, и они вычислят, можем так сказать, слабое звено в каждой команде и формируют сейчас коллективы из максимально опытных и заряженных ребят. Действительно, много коллективов продолжают участвовать в этом сезоне, только Diamonds пока взяли паузу, хотя игроки из Diamonds некоторые играют в других коллективах. Тот же Дэшули играет тем самым, вроде как. А Хао вернулся в Team Pointers. Поэтому, ну, я думаю, главная борьба, конечно, наверное, развернется между Team Pointers и Red Notice. Но сетка такова, что они могут столкнуться между собой в борьбе за импульс. Только одна из этих команд получит заветную краску. Да, полностью с тобой согласен в этом моменте. И падает овердрайв. Туз будет контролировать его со своего прыжка. Странно, что никто из андердогов не пытался помешать ему прыгнуть в том моменте. Ну и ладно. В принципе, первый овердрайв на паладине, возможно, это не так уж и страшно, как на каком-то викинге. Ну, все зависит от реализации. Кстати... Я вот недавно пробивал, если я не ошибаюсь, то Туз — это игрок нокаутов Волокитин. И вот... Нет, это нет? Игрок нокаутов, действительно, но это бывший комментатор вроде команды StreamTO, I Fear No Death. Вот тогда... Знаешь, так, ну... Да-да-да, я знаю, вот... Вот я ошибся, но я думал, это Волокитин. Ну, в принципе, да, неважно. Да, ну да, тоже будет игрок нокаутов, да. Игрок нокаутов, так уж игрок нокаутов. Ну, Сквизи будет пытаться заходить, переворачивается, Туз подбирает флаг и грамотный расфокус от коллектива андердогов. Неплохое начало от обоих команд, но Туз в это время потерял свой овердрайв. Интересно, будут ли сейчас переходить в атаку коллектив красный, потому как у них, я считаю, база посильней. За счет того, что они играют как минимум с Крусейдером, они поменяли Крусейдер, поменяли арест на Крусейдер для того, чтобы больше двигаться. Я, в принципе, этот мув понимаю, и Софос будет пытаться вывозить к центру, Ван выдает неплохой минус, и здесь будет возврат, но Калибр выдает минус чересчур поздно.
Ух, залетит в овердрайв, посмотрим, какая из команд сможет его законтролировать. Софос выдал неплохой овердрайв и заблокировал шарик своего противника. И овердрайв так никто и не подобрал. Они ждут, скорее всего, хотят отдать овер под викинга, но... Нет, они оставляют под... Все же оставляют под своего Ареса, потому как не успел. Да, да, я думаю, просто викинг не успевал. Но Арес и так потратил свой овер, который заблокировал Софос. Поэтому компенсировал все это. Не самый плохой результат по контролю овердрайва. Да, и пока переходит в атаку Асап, но он опять здесь в соло. Фрэнсис ему, к сожалению, никак не сможет помочь, но он должен в этом моменте добивать Ярмолу. Вот добивает он в данный момент Сквизи и будет вывозить под левую сторону. Вот здесь шариком он может его в этом моменте выкидывать, но он просто зажал не этот рискует, шарик не и рискует, да. Не рискнул он бросать его, хотя я считаю нужно было. Андердог выдает неплохой шар. И Калибр должен ставить первый флаг. Ярмола выдает неплохой минус, но, к сожалению, нет здесь противников. Вот, выдает опять-таки неплохой шар. Ребятам сейчас просто нужно встать подальше от стеночки. И еще не факт, что поставят. Ярмола неплохо так запушил. Фрэнсис с овердрайвом. Сейчас он может его... Нет, ему не нужно уже прожимать. Они неплохо расфокусили. Ярмола должен возвращать. Вернет. У нас Ярмола прямо MVP этого момента. Он сначала сделал один, кинул, когда флаг еще увозили на ДДшке красной команды. Потом еще один килл сделал, когда они уже практически на штоке были, и в итоге поехал на шафте, вернул флаг. Поэтому отличная игра от Ермола в этом моменте. И надо отметить еще и хороший шарик от Гота. Этот шарик позволил выиграть время команде ноунеймов. Поэтому слаженная командная игра все-таки позволяет ноунеймам вернуть флаг. Молодцы они, не сдались. И Туз попытался вывести под аптеку на коврах, но, к сожалению, не получилось. А Фрэнсис тем временем, не потратив свой овердрайв, будет вывозить на андердога. Ярмола вновь пытается сводиться, но, к сожалению, для него Фрэнсис выбрал более выгодную траекторию и будет ставить первый флаг для своей команды. Туз заходит вновь в соло. К сожалению, в этом моменте у него ничего не получится, но здесь уже есть One и Сквизи. Ван, скорее всего, будет вывозить под Гота на центр. Выдает неплохую сосулю в этом моменте Ярмола. И, к сожалению, возвращают. На самом деле, как-то более агрессивно в этом смотрится андердоги. Они уже практически... Ну, один так практически до штока доставили, второй все-таки доставили. Ну, в этой ситуации в итоге смогли задавить флаг за счет овердрайва викинга. И при этом у команды ноунеймов нет ни одного овера. Да, ни одного овера нет у обоих команд. Но счет 1-0 в пользу андердогов, поэтому, наверное, андердоги пока действуют более грамотно. И вот они Асап уводят еще один флаг. Ну, наверное, тут будет возврат. Да. Квизи нуждают прожать овердрайв. И обязаны сейчас переходить в атаку ноунеймы, потому как, я уверен, они не хотят отдавать этот раунд. А я напомню, каждый раунд в групповом этапе имеет свой вес. Потому как выход из группы считается не по победе в матче, а по очкам набранным. То есть им нужно побеждать. Да, выход из группы считается по очкам набранным. То есть имеет значение победа в каждом раунде, а не в целом в... матче. Успевают Асап и команда добить Готика, который прошел шарик. И, похоже, тут будет размен. Вряд ли Совас вернет. Но уже без Найри стоит андервек с флагом. Ну да, это, похоже, будет размен. Но Сквизи стылов видит его, да, успевает, замечает его андердог. Тут респится и Ермола. Но Асап прижимает овер, он пол хп, без аптеки. Рискует Асап, ждет. И, наверное, вернет. Асап, наверное, вернет. Нет, Сквизи успевает нанести урон. Не понимаю, я немножко... Я уже который раз замечаю шафтовода коллектива Underdog. Калибр, он прожимает
Уже второй или третий раз с респауна не тру на шафте. Уже это... Он спешит флаг подобрать, что ли? Я, в принципе, не понял. Но Сквизи в этом моменте должен его добивать. Но он подрывается на двух минках заготовленных. Какой великолепный момент. Дардог вновь будет подбирать флаг. А вот сейчас коллективу No Name придется не сладко, потому как Фрэнси заезжает с овердрайвом. И Ермола решил перестраховаться и вырубил его своей сосулей. Может быть, Калибр пытается быстрее занять нужную позицию на шафте, поэтому прожимает нитру. Хотя это, конечно, очень спорное решение с его стороны. Особенно, если в этот момент ему прилетает какой-то урон от противника. И сейчас он уже прожил свое ХД. Неплохая сосуля от Калибра. Он вернет. Отличная игра от Калибра. Сосули соло возвращают. Не знаю, то ли инфынила, то ли Сквизи как-то не очень активно помогал. А кот подставился прямо под эту сосулю, не отъезжал никуда, еще 2-0. И, наверное, уже камбэкнуть не так легко будет. И Фрэнсис будет дергать еще один флаг. Не успевает Ермола свестись полноценно. Вот он реабилитировался в этом моменте. Сейчас Калибру нужно вновь убивать, но Сквизи выдает шикарный овердрайв по своим противникам. Иван будет вывозить, потому как уже никто в этом моменте ему не помешает. Туз будет ехать на конвейер. Обязаны делать конвейер в этом моменте. Сквизи подъезжает, сейчас будет помогать ему с сосапом. Фрэнсис на одном расходнике, но уже есть андердог на овердрайве, плюс респауна от Калибра. Падает овердрайв. Сейчас, если Викинг забирает, то это точно будет камбэк. Но андердог выдает неплохой шар, и сейчас нужно просто мчаться в атаку, потому как враги на респавне. Но не хватает ни хп, ни... союзников на атаке, к сожалению, эта атака прерывается, и шар, в принципе, был просто под контроль овера. Очень много овердрайвов прожали ноунейма для увоза этого флага, и овердрайв Хантера, и овердрайв Ареса, и до этого овердрайв Паладина был прожат, то ли чтобы задефать, то ли потом он вроде как немножко помог под увозом, но в итоге 3 овера, а нужно еще один флаг доставлять, а всего 1.5 минуты у ноунеймов. Не знаю, будет ли овердрайв еще один у Вана. Должен быть. И вот сейчас Ван будет стараться пушить. Неплохой минус от Ярмолы. Туз и Ван заходят на базу. Калибра сейчас убивают. Андердог есть на встрече. Но, скорее всего, здесь он не справится с паладином Теслы, потому как Ван живет до сих пор. Софос будет с овердрайвом встречать. Ярмоле нужно вырубать. Он не дотягивается, и Туз будет ставить второй флаг для своей команды. Это великолепный момент от ноунеймов. Отличный выбор траектории от команды ноунеймов. Они пошли по респам. Ни одного противника здесь не встретили. Был Софос, который выходил на Кермола. Грамотно его выцелил. Софос еще пытался прожать овердрайв. Ну, там было понятно, что он не дотягивается, конечно. Но Ермола хорошо проконтролировал ситуацию. Софос вынужден был рисковать. Потому что видел луч шафта. Вот сейчас будет напряженный момент. Фрэнси забрал овердрайв на центре, но его неплохо так вырубает Туз. Сейчас им просто нужно оттянуть и сыграть на время, потому как, к сожалению, у них уже шансов вывести, скорее всего, не будет. А вот у коллектива Underdogs он был. Я хотел сказать, Фрэнсис нажимает овердрайв, но его здесь уже оставляют без хп. Сейчас он будет убивать Софоса, Гота, ну, просто я не успеет. Может, время, да. Успеет, время не успеет, к сожалению. Ну, молодцы. Ноунеймы молодцы. Выровняли. Да. Выровняли этот раунд в ничью. И я бы не сказал, что это хорошо. Но это, в принципе, этот вариант их устраивает. Да, конечно. То есть по итогам карты они выиграли. Поэтому они заберут, как я понимаю, с карты 3 очка, да? Да. Так что их это устраивает? Почему нет? Как им в целом без разницы, выиграть был этот раунд или сыграть ничью? Все равно бы они получили 3 очка. Нет, если бы они выиграли, им получили бы 4. Насколько я понимаю, за победу дают 2. За один раунд 2. И за ничью дают 1 очко. То есть в целом бы они могли получить 4. Ну, получили 3. А, могли бы получить 4. Ну, да. Такая ситуация их тоже устраивает. Все будет зависеть от следующей игры в этой группе. Ну, пока что
Неплохой матч нам показывают эти ребята. Показывают, что они как минимум тренировались. Сыгранность у ноунеймов точно есть. Мы увидели, как Ярмола играет по информации со своими тиммейтами. И пока меня это очень сильно радует. Очень отличная игра от Ярмова. На мой взгляд, он MVP точно второго раунда. Много сделал для увоза второго флага и для возврата. Так что, если бы не Ермола, скорее всего, было бы поражение у команды ноунеймов. А вот я сейчас открыла правило. Написано, что за победу по сумме одного первого-второго раунда команда получает 3 очка, команда-победитель. Так что, даже если бы они сыграли первый и второй раунд, а, например, первый выиграли ноунеймы, второй они сыграли бы в ничью, все равно ноунеймы получили бы 3 очка, вне зависимости от того, ничья во втором раунде или снова победа. Все равно считается по сумме первого-второго раунда по карте. Да, ты была права. И есть у нас ссылочка. Будем переходить на песочницу. Не менее интересная карта. И я знаю, что обе команды ее как минимум точно тренировали. И я уверен, что здесь будет интересный и красивый бой. Интересно, какие сетапы нам покажут обе команды, потому как... Мы видели в гранд-финале, точнее не в гранд-финале, а в полуфинале прошлого мейджора, Summer Major 2022, как команды играли именно с Диктатором и Паладина-пулеметом. Да, мы видели и такие сетапы, но мы видели сетап с Крусейдером Магнумом от Diamonds в полуфинале, поэтому будем смотреть. Пока очень сложно предсказать, как команды будут играть. Да. Но я надеюсь... Я надеюсь, будет... что-то необычное. О, Джонас присоединяется к команде. Угу. Хотелось мне именно его наблюдать в данном матче. Как я понимаю, они распределили игроков именно по картам, а не просто так, как им хочется. Кто где более себя комфортно чувствует. Может, кто-то где-то опоздал, Джонас, тоже такое возможно. Скорее всего, и такое возможно. И такое возможно. В принципе. Хотя вот вышел Мунстоун вместо Ермолы. Может быть, ты и прав, что распределились именно по картам. Потому что они меняют двух игроков на двух других. Может быть, это такая заранее договоренность, чтобы все поиграли. Почему нет в целом? Почему бы и нет? Вот, а что скажешь по поводу вот викинга коллектива No Name One? Вроде бы такой старый игрок, и в принципе пока что, на мой взгляд, неплохо он вписывается в данный формат, и на прошлой карте прожимал, ну, достаточно неплохие овердрайвы. Действительно, в команде No Name достаточно много старых игроков. Тут и Ермола, и One, которые... Играли, как я понимаю, в Вавилонах когда-то, в очень старом клане, который неоднократно выигрывал различные турниры и занимал призовые места. Ну а вот они смогли адаптироваться и под новый формат, и вот пытаются играть. На самом деле, One очень неплохо смотрелся в целом. Не сказала бы, что были очень успешные овердрайвы от него. И, наверное, лучший для меня игрок все-таки это Ермола. Остальные играли плюс-минус. И Сквизи иногда ошибался на Хантере, и Год не всегда прям очень успешные шарики давал. А Уан сыграл так стабильно, я бы сказала, без каких-то явных ошибок. Ну и, наверное, особо не выделялся. Из прошлого раунда я бы выделил его просто перемещение по карте. Человек, как минимум, точно понимает, где ему надо находиться. И, в принципе, я думаю, под грамотные колы в дальнейшем, по ходу этого турнира, они еще разгонятся, наберут форму, и этот игрок будет показывать уровень куда посильнее, нежели сейчас. Хотя и сейчас, в принципе, он меня полностью устраивает. Ну, начинается раунд, выполняются перезаходы. Увидел я Диктатора со стороны андердогов и не увидел Диктатора со стороны ноунеймов. Но со стороны ноунеймов увидел Магнума, что тоже есть очень интересным. А нет, да, меня... Да, то, что мы с тобой обсуждали. Магнум.
Ну, пока я вижу Джонаса, дай рикошеть. Сейчас будет переодеваться, видимо, потому как рикошеты я наблюдаю на паладине. Возможно, интересно. Ты прав, да. Интересно, что же, какую же пушку он возьмет? Действительно, Хантер Мак он у Джонаса. Ну, будем надеяться на исполнение, потому как эта пушка именно на исполнение. Не каждый игрок может обуздать данное дуло. Потому как поменяли механику данной пушки, и таким старым игрокам, как Джонасу, думаю, это с какой-то стороны неприятно, и падает овердрайв, будет пытаться контролировать в этом моменте его Софос, и, скорее всего, он его заберет. И это заявочка на первый флаг, а может быть даже два, для коллектива Underdog. Действительно, Underdog играет достаточно стандартно, с Диктатором, Страйкером и Паладином Вулканом. Посмотрим, смогут ли ноунейм отразить это. Особенно внимательно будем следить за Монстоуном и Джонасом, за их большим разовым уроном. Могут ли они дать этот урон вовремя? Я бы назвал сетап ноунеймов таким, на исполнение максимальное, потому как по урону, по моему мнению, они должны проигрывать в данной встрече, потому как в стычках шафты и... Ну, шафт еще ладно, но магнум точно. В близких каких-то моментах он будет не так уж и выгоден своей команде. Будем смотреть, как, в каких местах будет отыгрывать Джонас и какую роль на данной карте он будет выполнять. Ну а пока начинается карта, Мунстоун выдает неплохую сводку, убивают Софоса, грамотный расфокус со стороны ноунеймов и будут переходить в атаку втроем. Мунстоун должен сейчас занимать балкончик и пытаться выбивать своих противников. Достаточно активно уже пытаются давить ноунейма, и Туз дергает на центр, но успевает его зафокусить. Да, действительно, как я и говорила, поменялось два игрока. Ушел и Гермола, и Сквизи. И вот уже увозят флаг Андердоги. Скорее всего, это будет доставка. Даже как-то неожиданно сошел один корпус Фрэнсис, и никто ему не мешал, не дали урона. Пробой в информации. Пробой в информации произошел. Но Туз вывозит ответный флаг, выдает, я бы сказал, такой себе шарик, а вот на его месте Калибр выдал великолепный шар. Фрэнсис в этом моменте должен возвращать. Да, он возвращает этот флаг. И Underdog будет вывозить на Джонаса. Джонаса интересно, как они сейчас разминутся. Джонаса попадает в Монстоун сосулькой. И Асаб... Нет, Асаб не успевает вернуть. А, еще до сих пор не прожал свой овердрайв Софос на Диктаторе. Или я что-то не заметил? Да. Не прожал до сих пор и вправду Диктатор. И для меня это странно, почему до сих пор он держит эту кнопку, потому как ему уже нужно прожимать и контролировать следующий. Тянут они с этим. Возможно, не столько много тренировался Софос на данном корпусе и пока что его не чувствует. На мой взгляд, конечно, в размене именно Magnum это очень хорошая пушка на песочнице, потому что позволяет накидывать урон вот за эти контейнеры. Посмотрим, сможет ли Джонас реализовать это. Падает уже овердрайв. Софос его не контролирует, он держал флаг. И в итоге, наверное, какая-то борьба. Но Туз в итоге прожимает и собирает еще один. Ждем мы этого прожатия овердрайва от Софоса. Кстати, на экранчике у нас промокод на один на три ультраконтейнера. На один ультраконтейнер, да. Можете вводить. Так что все, кто ждал в чатике промокодик, все можете записывать и вводить на своих аккаунтах. Да, тем временем происходят размены. Джонас накидывает по калибру, но в этом моменте я хочу сказать, что когда арест стоит с флагом, ну, по нему нужно 2-3 тычки дать, а там еще аптека. Долго нужно Джонасу кидать по нему. И раздаются не столь успешно с левой стороны коллектив Underdog, и здесь возврата и не может быть. Но есть асап на овердрайве, но, к сожалению, он без аптеки.
Хорошо, что не прожал свой овер. Терпит. Калибр должен в этом моменте держать туза. Они убивают его. И пока что длятся эти размены. Пока хочется наблюдать массивную атаку от коллектива No Name, потому как есть овердрайвы у Гота, есть овердрайв у Туза, есть овердрайв у Вана. Стоять на базе, в принципе, не нужно. Гот как-то впустую прожимает свой овердрайв. Но Туз прожимает, наверное, Туз должен вернуть. Или сводку успеет? Нет, Туз возвращает. И доставка от Джонаса. И Ван забирает овердрайв, и, наверное, это будет конвейер. Да, похоже, конвейер. Овердрайвов нет, только если калибр. Нет, калибр тоже не успевает. И это уже 2-1 в пользу ноунеймов. Грамотное, наверное, смещение от Вана. Я думал, он останется под флаг, но поступила информация, что есть заход на базовую, на их базу, и он смещается, дабы помочь своей команде отдефать. А калибр выдает неплохой шар, но Джонас на реакции просто отключает его. Великолепный момент от Джонаса. Он спас свою команду от, возможно, утерянного флага. Да, действительно хорошая игра от Джонаса. Не знаю, был бы утерян ли флаг или нет, но Джонас вовремя сориентировался и прожал овердрайв. В итоге, да, действительно, 2-1 в пользу ноунеймов. Как-то ноунеймы уверенно выиграли размен, потому что андердоги свои овердрайвы прожали впустую, а Туз, его никто не заметил, он прожал овердрайв и сошел на одинокого калибра, который ничего не смог сделать против него. И в это время ввозит Асап на правый фланг под свою команду. К сожалению, здесь уже его никто никак не сможет убить. Но Уан будет пытаться пушить, но есть грамотный расфокус от коллектива андердогов. И это второй фланг для коллектива андердогс. Туз будет пытаться вывозить, скорее всего, под Мунстона и Уана. Калибр не доводит сводку до своего противника, и это будет третий фланг для ноунеймов. Но с обратной стороны есть Фрэнси со своей сосулей. Туз читает данную ситуацию и прячется под стеночку. Великолепная игра от паладина коллектива No Name. И 3-2. Да, действительно. Не смогли предотвратить конвейер со стороны коллектива No Name. Так, они сразу доставили, встречный конвейер был. Ну, на самом деле, так всегда и происходит, когда команда доставляет флаг еле-еле на 0 хп. Сразу встречная атака происходит, и у вас флага, потому что коллектив на фулл хп с аптеками, и шансов, наверное, задавить флаг не было. Там вот ты говорил о том, что Софусу, шафту андердогов немножко не хватило доведения сводки, но, наверное, у него и позиция была такая не очень удобная. Он фулл сводку точно не мог успеть дать, а потом тот завернул за стеночку очень грамотно. Поэтому закономерно ВОЗ. Еще и контроль овердрайва от Гота был на центре. У нас очень плохо контроль от овердрайва андердоги в этом матче. Вроде как все овердрайвы, кроме начального, который до начала раунда, забрали именно ноунеймы. Поэтому я думаю, они заслуженно пока что ведут в счете. Неплохой овердрайв от Гота залетает. Джонас должен вывозить, но есть с обратной стороны калибр со своим шариком. Должен он дефать в этом моменте. Есть Ван, будет убивать Фрэнсиса. Туз подхватывает, калибр выдает свой шарик, и Тузу некуда деваться. К сожалению, он умирает в этом моменте, но Ван контролирует овердрайв на центре. Есть овердрайв Викинга. Андердог и Софас будут прожиматься. Хорошую позицию выбирают для себя коллектив No Name. Ван прожимает ужасный овердрайв на своих противников, и андердог будет вывозить этот флаг. Отлично, на самом деле раздача, все по классике, прожать овердрайва паладина, рест команды противника, не успел Уан прожать овер, Джонас успел прожать овер, но это ни к чему не привело, поэтому два овердрайва прожатые, собственно, никак не помогли команде. Ну, Уан будет пытаться дергать, но в этом моменте... Вот нужно не потеряться, и Джонас должен возвращать, но Фрэнсис выдает великолепную сосулю, и не будет возврата в этом моменте. Ну, Туз появляется и возвращает этот флаг. Не успел Фрэнсис как-то попытаться
раньше урон тузу нанести и проинформировать команду о заходе этого игрока. Может быть, калибру стоило в сводку встать на ту сторону, где лежал флаг. Но пока что 3-3, полторы минуты до конца. Очень интересный песок мы наблюдаем. Случится за на полторы минуты все что угодно. Может, еще на песке мы видели 3 флага за одну минуту. Смотри, смотри, тимвайп в данный момент, нет никого в живых у красных, Джонас будет пытаться вывозить, Мунстоун держит на сводочке, а Сап с овердрайвом будет пытаться выезжать на центр, но Фрэнсис его просто увозит непонятно куда, и Джонас должен ставить четвертый флаг для своей команды, и контролирует в это время овердрайв синие. А Сап в этом моменте не прожимает овердрайв, Мунстоун должен убивать, нет у него информации по хп своих противников. А Софа с Фрэнсисом будет пытаться проходить по левому флангу. Ну а пока что 4-3 для ноунеймов. Очень странная игра от Фрэнсиса и Асапа. Вроде как Асап собирался идти контролировать овер, а Фрэнсис ему говорит: нет, не иди, контролеры, поехали с другой стороны. Я тебя сейчас довезу до туда. И увез его с центра, и куда-то они поехали. А хотя у Асапа был овердрайв, он мог законтролировать еще один овер. В общем, а сейчас у него нет овера, они теперь проигрывают. Не знаю, странное поведение было от Фрэнсиса, и от Асапа, и от конференции, наверное, в целом. Хороший шарик от года. И, наверное, успеет калибр. Не рискует давать шарик. А почему не рискует? Таймер идет, уже нужно было прожимать. Ну, в принципе, они бы не камбэкнули эту игру, возможно, он уже немножко, как говорится, и тильтанул. Ну, а по первому раунду песка, если честно, я немного недоволен формой обоих команд. Мне не нравится исполнение со стороны андердогов с диктатором. Очень сильно они тянут. В каких-то моментах не доигрывают по информации вот ноунеймы. Ну, ноунеймы, я считаю, этот раунд переиграли просто лично на личном скилле. А не как команда. Да, наверное, на личном скилле и на контроле овера. Я думаю, во многом тоже за счет этого. Потому что контроль овера был просто отвратительный от команды Underdog. Потому что мы даже видели, вот последняя ситуация, это явный пример. Другая ситуация, там One забирал на 0 хп. До этого, когда был размен, тоже все овердрайвы забирали. Но, наверное, как можно выиграть, когда ты проигрываешь по овердрайвам? Хотя у тебя диктатор, и у тебя игра должна быть вся построена на том, что диктатор там берет овер, раздается, увозит флаги. Ну, отличная же атака была, когда они увезли флаг. Но как бы этого, очевидно, недостаточно было. Только флагов, сколько они увезли. Нужны были еще овера. Но контроль овера отразительный. Вот результат. 5-3. Наверное, какого-то контроля еще одного овера и не хватило для того, чтобы была, та же ничья, например. И да, если бы это был швейцарский этап, то это уже был бы конец матча в 2-0 в пользу коллектива No Name. Но это групповая стадия, здесь играются все игры для набора очков. И пока что не меняет ничего обе команды, будут играть теми же сетапами. Надеюсь, внесут какие-то коррективы и будут контролировать, как ты сказал, овердрайв коллектив андердоги, потому как непозволительно не контролировать овердрайв, при том, что вы играете с диктаторами. Софос вновь забирает первую коробку, и нужно им со старта раздаваться. Я не знаю, чего они боятся, возможно, расфокуса от шафта коллектива No Name, но можно этот момент разыграть так, чтобы прикрыть того самого паладина на критах и благополучно зайти и вывести этот флаг. Действительно, вот в предыдущем раунде же тоже Underdogs забрали овердрайв, но Sophos потом катался, минуты 2-3, сколько он катался с овером, уже размен был, да, минуты 2,5 он точно катался с этим овером, поэтому и в итоге размен они тот проиграли и ничего не смогли сделать, не смогли вернуть флаг даже с овером диктатора, поэтому надеюсь, что в этот раз они смогут более грамотно раздаться. Но игра с диктатором — это не самая легкая, хорошая раздача. Пока шафт там был занят, но успевает в итоге шафт. И здесь
Стоун хорош в этом моменте, но Софос будет пытаться вывозить. Год добивает своего противника, но у него не так уж и много хп. Он врубает нитру и все же возвращает этот флаг на тоненького. Да, действительно, очень хорошая игра от Мунстоуна. Он успел занять позицию и дать, наверное, не фулл сводку, но все-таки. И благодаря этому они задефали флаг. Вот шарик под контроль, Уан забирает. Снова, видишь, не от контроля овердрайва, а от андердогов. А свой овердрайв они реализовали, но впустую, по факту. Играют без таймера, по-моему. Ну, я не знаю, они... Такое чувство, что... Но они даже не знают, когда падает этот овердрайв. Не то, чтобы не контролят, просто не знают. Ну, блин, реально странно. 7 игроков в команде могли на банке кого-то попросить потаймить для себя оверку. Пока что эти ребята не понимают вообще прелесть их сетапа и не понимают смысла данного сетапа конкретно на песке. Потому как, ну, лично мое мнение, я не знаю, возможно, со мной кто-то согласен, не согласен, но это мое мнение, что сетап с диктатором все еще играбелен только на песочнице. Да, наверное, в этом есть разумное зерно. И то спорно, можно играть и без диктатора, но если где-то играть с диктатором, то, наверное, песок — это один из самых очевидных вариантов. На остальных картах намного сложнее это делать. Мунстоун выдает неплохой минус, есть информация у него от Джонаса. Туз в это время будет заходить на респы своих противников, они грамотно расфокушивают калибра, он разряжен. Но, к сожалению, туз теряет свой овердрайв и откатывается назад. Ну, пока что размены, и вновь падает овер. Ни один игрок коллектива Underdog не смотрит в сторону центра. И будет забирать его, скорее всего, в этом моменте год. Да, и очередной шарик для коллектива NoName. Так вот, ты хорошо отметил, что они даже не смотрят. Не то, что они там не могут его законтролить, потому что их фокусят. А они даже не смотрят. Джонас там ехал, стоял контролем. Год на Аресе успел подъехать туда. А эти даже, ну, где-то там ходили. Хотя, и вот до сих пор у них нет второго овера диктатора, после того, как Софос раздался. А уже прошло еще минуты две. Соответственно, они не могут построить атаку, потому что атака вроде как должна именно за счет овердрайва диктатора. А им нужно выигрывать этот раунд. Нищеты им недостаточно. Это NoName спокойно сидят. Джонас накидывает урончик с центра. Тоже уже 4 минуты, 3,5 минуты данного раунда прошло, а пока ни одного флага не было доставлено. Год выдает шарик на перестраховку, возможно, могли обойтись и без него. Ну, так уж и быть, уже раздал так дал. Но 4 минуты до сих пор не смогли зайти и вывести флаг коллектив NoName. Не знаю, возможно, это из-за того, что туз постоянно в соло это пытается сделать, ну... Чего-то им постоянно в атаке не хватает. Ну, в этом моменте Ван вот сейчас должен отвлечь на себя внимание, а год без расходки, к сожалению, не сможет он никак выдернуть вымпел в свою сторону. С одной стороны, ты прав, а с другой стороны, возможно... Так. Я просто замолчала, потому что я увидела контроль овердрайва от красивых андердогов, да, я просто с ума сошла, когда это увидела. И вот, у вас, ну, вот, я им говорила два раунда, что вот это надо сделать. Контроль овера у вас. Ладно, наверное, не за счет контроля у вас, но все-таки так совпало. И вон даже второй у вас, это раздача диктатора была. И вот счет 2-0. Неплохо разыграли в этом моменте. Считаю, Сапсоло просто все сделал для своей команды в том моменте. Не лучшую раздачу сделал Underdog с Софосом, но им повезло с респавнами, что они раздались именно в тот момент, когда они отправили всех своих противников на респы. И по факту эта раздача была ни в кого. Им просто повезло в том моменте, что были респы противников прямо на них. И смог этот пулемет все же реализовать данные криты. Да, согласно, раздача была средненькая, конечно. Но в итоге... Это у вас и даже конвейер 2-0. А 2-0 за 4 минуты, ну, конечно, отыгрываются.
Но, возможно, придется раскрываться команде ноунеймов, раскрывать свою оборону. Они сидели все это время в защите, пытаясь дернуть флаг только за счет туза, который в соло заходил. А сейчас, чтобы не терять очки-то, нужно хотя бы нищую цеплять. А да-да. И вот, скорее всего, будет выдавать шар. Или андердог его сейчас толкнет. Ну, вот не выдает шар, дабы законтролить следующий. Ну и, в принципе, ладно. Туз прожимает овердрайв на калибра, сбивает ему прицел и великолепно тырует в этом моменте. Будет заходить на базу. У Фрэнсиса с Офосом как будто нет никакой информации по паладину. Паладин должен заходить. Сейчас он будет вывозить флаг на право под свою команду. Есть Мунстоун. Софос в центре никак не сможет помешать. Им сейчас нужно организовывать конвейер для своей команды. Ван стягивается на центр, но он, к сожалению, ловит КД своей расходки. И Готик уже стоит вместе со своим овердрайвом, будет пытаться вывозить. Выдает неплохой шарик по всем респаун своих противников и будет возить второй флаг. Великолепный момент. Небольшой лаг происходит, и Фрэнсис увозит встречный флаг. Надо было, конечно, андердогам больше смотреть конвейер. Джонс живет у них на респах за контейнерами. Хорошая пуля. Прекрасно, прекрасно. Было. Успеет ли калибры? Да, успевает. Выдает не самый Форма лучший шар. Но, в принципе, пускай будет. Главное, что флаг затянули. Но, опять же, эти размены им не выгодны. Потому как есть магнум. Да, с этим я согласна. Плюс есть овердрайв у Вана. Дело-то в чем? Магнум может стоять и накидывать на любую часть карты. Вот просто стоя за этим контейнером. А шафт, по крайней мере, не на любую часть может тут накидывать. Тут падает овер. Софос вообще своим делом занят. Ему неинтересна эта коробка. Не хочет он этих критов. Просто не хочет. Ну нет информации просто в этой конференции. Вероятно так. Да и калибр. Он не сводился вовремя на контроль овера. Он стоял, а Ван, смотрел. Ван прожимает неплохой овердрайв. Будет пытаться он сейчас калибра давить. Есть калибр. Готик. Ну... Успеваю добить Вана. Очень напряженная игра сейчас у андердогов. Им их устраивает же счет 2-1. Сосули давал Фрэнсис. Наверное, немножко бессмысленно, потому что заходил один. И вряд ли тут уже вернет. Да. Есть Джонас на респаунах противников, но, к сожалению, есть овердрайв еще у Асапа. Надеюсь, он грамотно его покажет. Ну, он может сейчас это сделать, если туза он сейчас убивает. Выезжает от Джонаса. На возврат. Но, наверное, лучше... Я имел в виду грамотно. Это под деф, конечно. Но рискованные парни. Тут еще труп. Они прожимают все овердрайвы. И не возвращают флаг. Это, конечно, очень страшно для андердогов. У них было 3 овера. Они могли спокойно играть аккуратнее, прожать эти овердрайвы для контроля там центра, овера того же на центре. Ситуация все еще в их пользу идет и падает овер. Ага. Сейчас, если Софа законтролит, но он никак не сможет этого сделать. Ван, если заберет, есть еще шансы на возврат, но он остается без аптеки. К сожалению, калибр выдает по нему минус. Тузу нужно сейчас пушить. Вану сейчас 20 секунд, скорее всего, нужно просто прожимать нитру и ехать. Так вот смотри, как получилось. У Года шарик, у Джонаса овер. И Джонас может вернуть. Ой, хороший момент, и Джонас не может вернуть в этом. Ну, еще у Вана есть овердрайв, но, наверное, уже все, наверное, он уже не успеет. На тоненького, очень на тоненького сыграли андердоги, но все-таки вырывают эту победу, отлично. Поэтому жаркую игру мы увидели. Мне лично понравилось, что, по крайней мере, была такая напряженная борьба. Надеюсь, что на следующий матч будут такие. Итоговый счет данной встречи 2-1 в пользу ноунеймов. Заработали они себе неплохое количество очков. Допустим, как я понимаю, если они в следующей официальной игре выиграют еще 1-2 раунда, они точно проходят швейцарский этап и обеспечивают себе
проход. Получается, мы получаем 4 очка, 3 за Иран и 1 за... Да, нет. И 1 за песочницу. А андердоги получают 1 очко за песочницу. Да. Ну, в принципе, неплохие результаты для коллектива NoName, но я чувствую, могли показать результаты получше. Но данное противостояние для вас комментировал я, Гениун, моя напарница Принцесс Диа. За картинку отвечал Сетсмайл. Не переключайтесь, через пару минут будет новый матч.